Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы пройдем что-то вроде башни в первом Инжастисе за яркого, запоминающегося и очень харизматичного злодея Джокера. Итак, сложность, ну пусть будет сложно. Нам дается несколько противников. Мы должны их всех победить. И первый будет Лекс Лютер. Противник с хорошей броней и хорошими вообще техническими приемами. С технологическими, я бы сказал. Давайте я вам расскажу, что умеет Джокер и какие его сильные стороны. Осторожно, Джокер. Этот довольно сильный. Правда. Наверное, скорее всего, вы меня недооцениваете. Мне нужно напомнить, что я очень силен. Джокер умеет стрелять. Он умеет отменять стрельбу. Он может кидаться баллонами с веселящим газом поверху, но лучше понизу. Потому что понизу можно усилить, и это выводит на комбо. А комбо вот такое. Цветок, оставляющий на ногах, очень хорош. Хороший прием. Во втором Инжастисе вроде как его нет. Есть парирование атаки. Вот такое. Пускай меня ударит. А это он броню включил. Сейчас попробуем. Есть оверхедный удар ломом по башке, который тоже можно усиливать. Есть зубы. Вот такие. Они бьют понизу. И можно ударить поверху вот так вот. То есть противник не сможет нормально... Вот парирование сейчас попробую сделать. Ой, меня выбили, я сейчас полетаю очень жестко. Это жесть. Это больно. Но второй раунд забирает Лекс Лютер. Как видите, тут можно взаимодействовать с окружением. Когда мы парируем один удар... Но это, кстати, сложно сделать. О! Вот сейчас можно было, кстати, через цветок сыграть. И сделать резкий захват. А-а-а, давай! Так, зубы. В принципе, зонинг у Джокера неплохой. Но есть зонеры и получше. Давай, ударь меня. Ударь, ударь, ударь. Вот. И нам дается одно ха. Если мы... Вот, кстати, сейчас будет забавный каламбур такой. Ты уволен. Ты уволен. Но тут слово fire, типа, фигурирует, что типа огонь. То есть, типа, он его сжег на самом деле и типа уволил так. Следующий противник Флэш. А про комбо я вроде как не договорил, если я не ошибаюсь. Флэш, ну, мы все знаем Флэш, он очень быстрый. Вот прям настолько, да. Поймай меня, если сможешь. Ну, на комбо я тебя всегда поймаю. Так, 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 мы как оставляем, добавляем. Выстрел. Если, вот, 3 ха. Кстати, Флэш очень может быстро, вот, видите, сокращать дистанцию. Можно бить понизу, кстати, у Джокера. Что такое? И по оверхедам. А это не блокируется. А еще вот такая комбо. Тоже с оверхедом. Не знаю, она сейфовая или нет, но давайте-ка мы постараемся. Но смотрите, парирование нужно очень вовремя всегда применять. Просто застрелил. Может быть, сделать этот X-Ray? Попробовать. Ага. Пирог. С таким лицом еще. Просыпайся. Типа, с добрым утром. Типа, вот такое. Опа. Так. Баллончики кидаем. Ну, кстати, баллончик вверх тоже можно кинуть. Это скорее против воздушных атак. Опа, обманул. А, я думаю, можно поставить все. Но, скорее всего, его защита удастся. Мне не хватает силы, чтобы отразить это все. Опа,
А я не сделаю это. А что, он не может, что ли? О, видали, типа отмена. О, хорош. А как мне отразить-то его удары? Тихо. Поймал на захват. Дай сюда. Типа сначала, говорит, подержи, а потом дай сюда. Третья битва — это зеленый фонарь. Кстати, очень хороший зонер и очень легкий персонаж. У него сильные комбо. И они легко выполняются. И его вот эта вот суперсила, усиление фонарем, очень хорошо работает. Очень хорошо. Полностью заряжен. А моя сила заключается в парировании. Увидали? Он может создавать предметы разные, силы мысли, по сути. Тихо, ой-ой-ой. Мы, он же будет близко подходить, мы ставим зубы, и видите, они могут... Так, раз, и захват. И видали, комбо 38, еще захват 11. А это, кстати, был кроссап, когда... Здесь же нет кнопки блока, здесь блокируется только нажатием кнопки назад. А по-другому тут нельзя. Воу-воу. Если он заряжает кольцо, да? А как он не попал? То я бы отскочил от земли, и он бы комбо сделал. Получится ли? Получилось. Доброе утречко! Но это все. Следующий противник — Найтвинг. Я не особо знаком с его историей, но слышал, что его считают довольно сильным персонажем в принципе в этой игре. То есть сильный комбо, сбалансированность в принципе. Осторожней, Джокер. Так, тихо. Начинаем с комбы. Так, и зубы. Ну давай, что-то он какой-то спокойный. О, пошла жара. Зубы? Зубы, смотрите, а зубы-то спасают. Он что-то перебивает все. Ну-ка иди сюда. Подержи, а теперь верни это. Оп. И может целиться, может целиться. Ой, зря я так. Он любит прыгать, мы сверху. Вот. Просто ногой в лицо. А просто умри уже. Так. Комбо. Можно понизу, кстати. Мы забыли, что еще комбо понизу есть. Давай. О, отбил. И я тоже отбил. Так. Но он понял, что типа эта комбо ни к чему хорошему не приведет. На. А давайте робота включим. Как там включать-то? А, вот, вот. И он уехал, типа. А этот вообще похож на Хейхачи немножко. Есть такое? Воу-воу-воу. Это что было? Шоу окончено? Оно только начинается, молодой человек. Ух ты. Это ж Харли Квинн. Но, кстати, персонаж тоже очень яркий. Приемы, особенно во втором Injustice, вот у нее приемы прям очень классные. Она может гиен вызывать. И она тоже может стрелять из пистолетов. У нее классная стойка есть. Обманчивая очень. Так. О, видали что? Что творит? Тихо. Да, икзовые тортики. Тортики я люблю, но я их люблю есть, а никогда они мне в лицо... Тихо. Хватит. Вот это она меня просто сбила. Она меня сбивает. Получай комбо. На! Ну это, конечно... В конце это была не комбо, это был просто удар. Ты любишь наступать?
Воу-воу, наступай-ка, наступи-ка на зубки. Я не могу прыгнуть на нее. О, пошла комба. Оп, 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 оп. А что ж я не сделал-то зубы-то? Ой, не зубы. Вот это. Убьет же ж. Ой-ой-ой, убьет же ж. Обманка такая. Я тоже люблю шуточки. Лови тортик. Специально для тебя. Победа. Вот так вот. Классическая битва, друзья. Джокер против Бэтмена. Что может быть интереснее? Ну, посмотрим. У Бэтмена очень такие сейфовые комбо и особое умение очень крутое с батарангами. Давай. Поехали, Бэтс. Как тебе моя комбо, Бэтс? Зубы? Слушайте, что? Две комбы съел, Бэтс. Давай, постарайся. Я же могу и низ блокировать, оказывается. Как тебе мой веселящий газ, Бэтс? Смешно? Воу-воу, хорош, хорош. Ну, видите, какие удары вообще? То есть они очень прям... Очень нечестные удары, Бэтс. Я могу расстроиться. Так, полетай. Ты же любишь летать, Бэтс. Ты же летучая мышь, в конце концов. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, Бэтс, спокойно. Чё ты такой серьезный? Попробуй еще раз. Я попробую. Увидали? Это вообще нечестно. Бэтс, успокойся, покушай тортик. Кажется, Бэтсу мои тортики не по нраву. Ты сбиваешь мои комбы, Бэтс. Это нечестно. Осторожно, Бэтс. О-о-о! Вот это да. Вот это жестко. Вот это больно. Сменим обстановку, пожалуй. Ты не переживешь эту комбу, Бэтс. А я еще не сдаюсь, нет. Ой-ой-ой, сейчас опасно было. Женщина-кошка. Интересно. Она вроде как известна тем, что у нее довольно быстрые приемы, которые могут оглушать и выводить на комбо. Вот сейчас и посмотрим, что же она умеет. А сражаться мы будем в психушке Аркхэма, если я не ошибаюсь. Осторожней, Джокер. Начинаем с комбо. Что это такое? Лови зубы! О, зубы-то отвлекают, конечно. Ага, видите, как неудобно их блокировать. Ой, газ. По ногам. Тихо. Вот хорошая комбо. А, это сейчас уворот был, да? Вот это я зря такие медленные удары делаю. Ты что творишь? Это X-Ray ее, что ли? Как грубо. И больно. Так, ну ладно. Я серьезен. Лови. Ой, хороший удар в воздухе. О, нет, моя статуя, ты за это ответишь. Как можно было испортить такое шикарное произведение искусства? Ты ответишь за это? Ну, вот это смешно, говорит.
Обхохочешься. На-на-на-на. Как бы ее убить? Удар. А она меня-то не убьет сейчас? Лучше тортик лови, успокойся. Что? Так, а это кто? Убийца Мороз. А, что-то вроде Саб-Зира. У нее хорошие атаки, она может на расстоянии неплохой урон наносить. И у нее довольно мощные комбо. По-моему, через низ причем. Через нижние удары она может их на них выводить. Довольно выгодно. Ой, чё ж я постоянно это использую-то? Удар этот странный. А доктор стоит и смотрит. Я просто привык, ну, у меня раскладка в Mortal же другая. И, а тут она тоже немножечко отличается. Чё ты какая-то невеселая? Просто умри уже. Всю психушку развалили. Тихо. Вот эту комбу неудобно блокировать. Вот этот удар. Вот через этот удар она комбо как раз и делает. Так, а ну успокойся. Ты смотри. Да дай ты мне ударить-то тебе по воздуху. Тихо. А вот и тортик подоспел. С добрым утром! Так, ну надо как-то... Как-то ее... Ох ты! Ой-ой-ой, это же подкат. В смысле? Ты что творишь? Мне кажется, слишком прохладно. Надо разогреть обстановку. Хороший камбулей. В смысле? Опять я трейд прыгаю. А, нет! Отстань! Ой-ой-ой, как повезло, один удар вообще. А вот это очень серьезная битва, потому что мы сразимся с Думсдеем. С самым, наверное, с одним из самых сильных существ во вселенной. Он умирал много раз и много раз возрождался. И когда он от чего-то умирает, то потом получает иммунитет к тому, что его убило. Поехали. Я не ожидал, что я так быстро начну атаковать. Оп. Лови мотоцикл. Очень сильный герой ближнего боя. Нереально сильный. И еще у него броня есть вот такая. Он реально очень силен. Может быть, по ногам его ударить, а то он меня сейчас убьет. Вот так. Можно было даже... Ой! Этот удар ужасен. Он меня убьет сейчас. Он реально очень жесткий. Тихо. От него нужно убираться. Потому что вблизи он... Ну очень силен прям. Лови. Опа. Ух ты. Не нравится. Им всем не нравятся кроссапы. А от зубов они постоянно отскакивают. Смешно. Опа. А я не могу его наказать, что ли, за это? Попробуй меня атаковать, если сможешь. Лучше успокойся и покушай пирог. Но это ему... Я думаю, его это не сильно Ой-ой-ой, не сильно расстраивает. Ой, я даже не могу выпрыгнуть. Опять повезло. Опять кроссапом убил. А вот сейчас мы сразимся с самым сильным соперником. Это Супермен. Я не знаю, как Джокер будет его побеждать. Ему придется очень сильно постараться.
Вот уж действительно, осторожнее, Джокер, этот парень очень крепкий. Правда, а вы меня недооцениваете. А что, Супермен? Он с этим разберется. Тихо, Супермен. Ой, хорош, вот это комбо. Зубы. Ой, это зря, это зря. Что за комбо он делает? Они ужасные. О! Пошла комба. Ну что ты делаешь? Я хотел захват сделать. Джокер делает захват самому Супермену, но нет, это нереально. Уходи, пока можешь. В смысле, а как он увернулся от пули? Хотя, в смысле как? Это же Супермен. Он легко может увернуться от пули. Ой-ой-ой, вот это он пропустил. На-на-на! В смысле, я же ударил. Тихо. Пошла комба. Ой-ой-ой, я просто прыгнул, Супермен. Неужели хватит? Нет, не хватит. Не хватит. Хватило. Да ладно, Джокер победил Супермена, самого Супермена. Это просто неслыханно. Что это было? В общем, Супермена куда-то в параллельную вселенную забрали, видимо. Это, конечно, было круто и довольно сложно. Но на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и чтобы не пропускать новые видео, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока!